Вот у нас энергопрактики были, вы продвинутая в йоге, я знаю. Что-то сегодня было для вас полезное? Скажите, пожалуйста. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас, Никита, за ваши человеческие качества, за то, что вот такой вот встретился интересный человек, который говорит просто о сложном, без понтов и распальцовок. Это очень приятно, это встречается, ну, мягко говоря, нечасто, потому что я этим интересуюсь, вижу, какие люди разные бывают, так что... Респект, очень приятно. Вот, приятно побывать в такой компании. И то, что касается меня лично, хочу сказать, что у меня видение было, но там по ряду причин оно исчезло, и я вот теперь хотела бы его восстановить. И сейчас делаю, можно сказать, первые шаги в этом, ну, успешные. Благодарю. Все понравилось, практики интересные. Хотелось бы дальше продолжать участвовать в ваших семинарах. Спасибо. Хорошо, спасибо.